Здравствуйте! В эфире программа «Мир вашему дому». С вами Владислав Жирнов. «Без Бога не до порога» – так говорили наши предки. В российской глубинке никогда не забывали об этой народной мудрости. И как только стало возможным, дружно взялись за возрождение храмов, духовных центров сельской жизни. Сегодня с помощью нашей корреспондентки Натальи Гудковой мы побываем в одной из таких церквей в селе Старая Андреевка Кузнецкой епархии. Дорога, ведущая в село, проходит мимо сосновых боров и березовых рощ, плавно спускается и поднимается в горку, пока, наконец, пробежав еще 10 километров от села Неверкино, районного центра, она не приводит нас к храму. В самом центре села, Старая Андреевка, возвышается, видно еще издалека, храм святителя Николая. В марте 95 года в селе был открыт молитвенный дом в честь святителя Николая Мирликийского. Одновременно начинается стройка самого храма, и это была стройка, что называется, всем миром. Руководители организации района, местный колхоз выделяют необходимые стройматериалы и технику, не остаются в стороне и местные жители. Руководят стройкой молодые и энергичные люди, староста Николай Краснов и профессиональный строитель Валентин Суконников, в настоящее время глава Староандреевской сельской администрации. 19 декабря 1997 года на Зимнего Николу двери храма открылись для первого богослужения. Вот как вспоминает это время нынешний настоятель, благочинный Неверкинского округа, протоиерей Сергий Афонюшкин. Было большое желание прихожан, горение к Богу, и в 95 году в этом селе был уже молитвенный дом. Было выделено помещение, вот тут у нас магазин, он не так далеко находится от нашего храма. И я помню еще себя, когда я еще мальчишка сюда приезжал алтарничать в этот молитвенный дом вместе с ныне покойным настоятелем. Очень холодно было, вот я был за псаломщикой, за алтарника. В марте месяце 95 года в этом молитвенном доме начались службы, и затем все-таки воля такая прихожан, их духовное такое горение привело к тому, что было принято решение построить в селе храм. Храм святителя Николая села Старая Андреевка имеет очень древнюю историю. Самая первая церковь была построена в момент основания первого поселения на этом месте. В годы богоборческой власти храм был закрыт и переоборудован под клуб. В алтарной апсиде была устроена сцена, а место для клироса переоборудовано под оркестровую яму. В 1988 году, в юбилей тысячелетия крещения Руси, храм сгорел, будто сам Господь не выдержал поругания своего дома. Примечателен тот факт, что колокольня уцелела, и в ней устроили водонапорную башню, снабжающую село водой и по сей день. О священниках, служивших здесь до революции, пока мало что известно. Сохранилось лишь имя последнего священника, отца Дмитрия Архипова, высланного в ссылку в Чувашию, где он и отошел ко Господу. Дореволюционный храм в честь святителя Николая справа теперь от нашего новопостроенного храма он был. Мы хотели построить этот храм на этом же месте, но не могли. Старые камни фундамента, они настолько действительно большие, предки строили все на совесть, мы даже не могли экскаватором никак подобраться. И воду было очень сложно проводить по одной простой причине, что вот старые камни фундамента, мы никак с ними справиться не могли. Нашли это место, более такое действительно свободное, но рядом с храмом. В районном центре в селе Неверкино престол храма тоже освящен в честь святителя Николая, поэтому с благословения правящего на тот момент архиерея, архиепископа Серафима Тихонова, престольные праздники двух сел были разделены на два – 22 мая для села Неверкино и 19 декабря для села Старая Андреевка. В 1999 году настоятелем храма становится молодой выпускник Московской духовной семинарии иерей Сергий Афонюшкин, который исполняет свои обязанности до сего дня. На глазах батюшки становилась церковная община храма, в основном состоящая из чувашского населения, специально для которого некоторые чинопоследования и время от времени даже богослужения проходят на родном языке. Интересно, что отец Сергий специально не учил чувашский язык, просто за годы службы, постоянно общаясь с людьми, он стал его понимать. Оказавшись в храме, чувствуешь невыразимое тепло, будто все здесь давно знакомое и родное. С любовью, с добротой строили и украшали эту церковь прихожане. Все здесь говорит о беззаветном служении людей Господу. Резной иконостас поражает своей красотой. Иконостас у нас, как сейчас принято говорить,
новодел, вот, новой такой работы, он был уже вырезан при открытии храма. Наш местный житель, вот ныне сейчас покойный, он жил уже в Подмосковье, и именно его стараниями был найден резчик Чебаненко Владимир такой был, который вот потихонечку резал нам иконостас, привозил его по частям. То есть эта работа была очень кропотливая. Сделан он был не сразу, вырезан не сразу. И вот хотя храм был у нас, открыл свои двери в 97 году, а я настоятелем стал в 99 году здесь. И он еще тогда, Володя, небольшими кусочками, частями подвозил мне вот оставшиеся фрагменты иконостаса. Промыслом Божиим основой внутреннего убранства храма, конечно, составляют святыни, почитаемые иконы и святые мощи. Справа от аналоя, у самого амвона, верующим открыто для поклонения икона святителя Николая Мирликийского, в честь кого освящен этот храм. Этому образу, вышитому бисером, всего 10 лет, а на нем мы уже видим дары, принесенные людьми в благодарность. Действительно, ее история очень интересна. Вот, когда мы написали эту икону, то наша прихожанка, вот она живет в городе Кузнецке, теперь уже не наша прихожанка, но благодетельница, она соткала ризу. А потом случилась такая история. Вот почему вы действительно обратили внимание, здесь дары есть. У нас одна девушка приехала в храм ко мне, и вот она приносит золотые серьги. Она была первая, кто святителю Николаю принесла дары. И она рассказывает такую историю. Говорит, батюшка, можно я как-то серьги святителю Николаю положу? Я говорю, а почему ты это хочешь сделать? Что у тебя? Она говорит, вы знаете, такая ситуация, у меня очень строгий муж, а я потеряла обручальное кольцо. И я очень боюсь, как сказать своему супругу, что ж будет. И я начала молиться святителю Николаю. Вот, храм у нас Никольский. И она вспомнила святого, начала ему молиться. И молилась она ему очень простыми словами, но очень значимыми такими для нее в тот момент. Она говорит, святой, помоги мне. Если я найду свое кольцо, я тебе тоже что-нибудь подарю. И представляете, она кольцо находит. И вот она приносит эти серьги. Вот мы, конечно, помещаем их здесь к образу святителя Николая. И затем уже в дальнейшем наши прихожане, которые... вот узнали про этот поступок, они стали к этой иконе приходить. Самолитвенником, сотайником великого угодника Божия, святителя Николая, является святитель Спиридон Тримифунский. Они были современниками и участвовали в Первом Вселенском соборе. Именно на этом соборе была разоблачена ересь Ария и составлен первый символ веры. Неудивительно, что эти святые связаны неразрывной духовной связью, и в Греции на иконах их нередко изображают вместе. И в Староандреевской церкви они тоже пожелали находиться вместе. Чудесным образом в храме оказалась частица ризы святителя Спиридона. А история этой иконы, она такая действительно очень любопытная. Получилось так, что вот одна прихожанка, она поехала на Корфу. И я попросил его что-то мне привезти на память о святителе Спиридоне. И когда она приехала, вот она привезла такую небольшую икону, и я как-то так подумал, что какая маленькая икона святителя Спиридона, хотелось бы что-то нам в храм. И когда приезжаю на службу, вот, прибываю я к себе на приход, подходят ко мне паломники мои и говорят, вот вы знаете, батюшка, мы были на Корфу, и действительно, вот там есть медальончик, и в нем находится риза с мощей святителя Спиридона. И говорит, мы подумали, но она вам будет нужнее, потому что толку, что она будет лежать у вас дома. И я уж вот так подумал, говорю, я только что-то такое имел в мыслях, и святитель Спиридон сразу меня услышал. И я тогда сразу говорю, что вот будем писать икону прихожанам. Коль уж такое случилось у нас событие, значимое, хорошее, будем писать икону. Заказали икону, врезали в эту икону мощевик с частицей ризы святого Спиридона. И теперь служим в день его памяти, прибегаем к нему с молитвой, и прихожане как-то действительно так у меня очень акцентировались. В Никольском храме есть и другие иконы с частицами святынь. Икона с частицей мощи святого праведного Симеона Верхотурского, святителя Тихона Задонского, святого исповедника Гавриила Меликесского, икона с частицей гроба святителя Луки воина Ясенецкого. История обретения этих святынь говорит нам о том, что ничего не бывает случайным. Вот у нас есть икона праведного Симеона Верхотурского.
паломники, которые посещают монастырь Верхотурье, вот, знакомые с наместником монастыря, вот они таким образом привезли нам эту икону. Одна из тех икон, которая нам очень дорога, с частицей мощей преподобного исповедника Гавриила, меликесского архимандрита, вот он наш земляк. Он родился в селе Самодуровка тогда, ныне это село Сосновка Сосновоборского района. И наша прихожанка, жительница нашего села, ее ходатайством, ее стараниями, эта частица мощей прибыла к нам в храм, что тоже, конечно, для нас очень важно. Икона с мощами святителя Тихона Задонского. Вот, действительно, так повезло вот нашему храму. Как сказать повезло? Это воля Божия, промысел Божий, что прихожане наши липецкие, вот, знакомые с владыкой Никоном, владыкой липецким, который вот как раз и, так сказать, является, в его юрисдикции находится вот этот вот Задонский монастырь. Владыка Никон передал нам этот образ частицы мощей. Мы были у владыки, потом уже приезжали прихожанами, паломниками. Вот особенно мне так вот запомнилось то событие, которое со мной произошло в моей жизни, связанное со святителем Лукой, воином Ясенецким, архиепископом Симферопольским, исповедником. Когда я еще учился в Московской духовной семинарии, это год 97-й был. И резничий храма преподобного Иоанна Лествичника, он и поныне резничий сейчас, отец Михаил Борей, он мне говорит: ты не хочешь, вот я подарю тебе подарок. И приносит небольшой такой вот сверток в бумаге. В свертке находятся какие-то такие деревянные стружки. Говорит: это вот я тебе дарю, это частица гроба от святого Луки, воина Ясенецкого. Ты, конечно, про такого слышал. Я говорю: да, естественно, врач, знаменитый хирург. Он говорит: сейчас не причислен пока к лику святых, но ты возьми. Это действительно святыня, которая будет у тебя. Храмовые росписи неразрывно связаны с укладом жизни прихожан. Помимо традиционных житийных картин, мы видим святых, покровителей животноводчества. Это святые мученики Флор и Лавр, святой Власий. На стенах храма также изображены великомученик Георгий Победоносец. В день празднования его памяти 6 мая никто из жителей села не дерзает работать. Это, конечно, и святой пророк Илья, которому сельчане молятся о даровании дождя. Засуху они берут благословение батюшки и идут крестным ходом в поля, молясь о дожде. В сельской местности ведь очень актуальны определенные житейские такие вот и недуги. Поэтому у нас есть икона Божия Матерь, скажем, неупиваемая чаша. Мы служим, стараемся, чтобы действительно наших жителей сельских отвратить от пагубного пристрастия винопития. Есть икона, роспись. Это уже не икона, это роспись. Мучеников Гурия, Самона и Авива, покровители семейной жизни, семейного благополучия, что тоже ведь, конечно, сейчас у нас в нашей местности ведь все-таки и рождаемость, и все это прочее. Мы хотим, чтобы это было на надлежащем уровне, с помощью Божией, с Его благословением Господним. И поэтому, конечно, вот эти росписи у нас тоже в храме присутствуют. Сельчане очень заботятся о Доме Божьем. Когда заходишь на территорию храма, то понимаешь, что действительно это духовный центр села. Так получилось, что церковь была возведена рядом с обелиском погибшим сельчанам в годы Великой Отечественной войны. В день 9 мая после богослужения все идут почтить память павших за родину земляков. Прихожане своими руками благоустраивают прилегающую территорию. Здесь разведены клумбы с цветами, благоухают яблони, летом радуют живительной влагой фонтан. Образ Спасителя и Божьей Матери благословляет гостей, приезжающих в село и покидающих его. Наша съемочная группа, покидая эти благословенные места, унесла с собой в сердце память об уголке рая на нашей земле. И однажды, устав от городской суеты, мы вернемся сюда вновь. С вами был Владислав Жирнов. Мир вашему дому.